Всем привет! Меня зовут Вика Филиппович. И сегодня я первый раз участвовала в проработке сознания, в гипнопроработке. И в этом помогал мне целитель Евгений. Это очень невероятная работа. Передо мной встало за 20 минут работы со мной встало множество вопросов и задач, которые у меня есть для решения. И я вообще была поражена, как Евгений четко ориентируется в лабиринтах чужого подсознания, потому что мне, казалось бы, уже ничего не понятно. И какие-то непонятные картины, непонятно, что происходит. А он помогал увидеть мне в этом задачу, цель и извлечь для себя уроки. Поэтому я очень благодарна. Я получила результаты, получила вектор для работы. Большое спасибо.